Спецтехника дорожной службы столкнулась с микроавтобусом. Авария на трассе Седанка-Патрокол собрала километровую пробку. Toyota Hiace едет по трассе Седанка-Патрокол. Водитель торопится доставить товар на рынок. Автомобиль под самую крышу загружен различными орехами. Хозяин микроавтобуса занимает левую полосу и жмет на газ. Выезжает из-за поворота, скорость по-прежнему высокая. Мужчина замечает автомобиль спецтехники в нескольких метрах, пытается остановиться, но тщетно. На асфальте остается отчетливый тормозной след. Toyota врезается в заднюю часть грузовика и замирает. Водитель Hiace невредим, он выбирается из разбитого автомобиля самостоятельно. Торговец орехами признают свою вину. Участники ДТП составляют европротокол. Спецгрузовик уезжает своим ходом, водитель микроавтобуса остановил проезжающий мимо эвакуатор. Разбитую машину оперативники убрали с проезжей части. Километровая пробка, которая возникла из-за аварии, исчезла за несколько минут.